Стресс, напряжение, тревога и прием пищи – вещи с друг с другом связаны. Причем, с одной стороны, в норме они связаны как противоположные вещи. Если вы находитесь в стрессе, вы не хотите есть. Но может включиться механизм, при котором стресс является провокатором жора, который приводит к тому, что у вас снижается интенсивность работы, влияние симпатических отделов вегетативной нервной системы, усиливаются парасимпатические влияния, и это приводит к ощущению спокойствия, ощущению такого, что трава не расти. От мозга, так сказать, оттекает кровь к желудку, и мы, значит, превращаемся в овощи. Подобное использование еды как противотревожного средства вряд ли можно считать разумным, рациональным и правильным. С тревогой надо научиться справляться инструментами, которые непосредственно на это дело направлены.